ребята, мы еще на одной заброшке, тоже на заводе ЗИЛ. Сейчас вот мы пытаемся туда внутрь попасть, но вот первоначально выглядит это все вот так вот. А теперь будем пытаться. Итак, погнали. Ничего себе. Туда, кстати, если упал, то считай, что жил ударом. Вот в таких бочках был солидол. Вот там вот будка охранника. Не знаю, сможем мы туда пройти или нет. Но посмотрим. Здание аварийное. Здесь фундамент пошел. О, проход запрещен. Мы стараемся не разговаривать, потому что там охрана. Тут, короче, везде решетки стоят. И вот одна дверь есть. Мы сейчас попробуем ее открыть. Но вряд ли она откроется. Она открылась. Тельфер. Ничего себе. Однако. Ничего себе. Вот тут вот. Короче. Комнатушечка, где походу все управлялось. Видите, да? Иконки висят. Тут чайничек был. Повернулся в шок. Ты смотрел вон туда. Да я знаю. Там масло что? Там два этажа. Откуда ты знаешь, что два этажа? Вот так она идет, и перила выходит туда. А это провода. Значит, там очень много проходов. Ёк-макарёк. Очень аккуратно, Игорь. Очень аккуратно. Это, потому что это реально очень опасная штука. Я даже не знаю, что здесь было. Я даже не знаю, что здесь было. Это просто трэш.
Я просто не знаю, что это такое, для чего это. Уважаемые подписчики, блин, подскажите, для чего могла быть... Это, блин, у меня даже... Я заикаться начал. Постройка. Слушай. Я вижу, как вода течет, короче, представляешь? Поток воды идет сюда. Прикинь. Я даже не знаю, что это, и для чего это, и почему это. Смотри, масло сколько оно. Вон еще там что-то. Но масло это могли, понимаешь, если здесь вот видишь электричество какое-то, возможно, что здесь стояли какие-то трансформаторы. А в трансформаторах всегда есть масло. И они, когда эти трансформаторы убивали, масло могло просто туда натечь. Угу. Вот. Просто могло туда натечь. Ничего себе. Это точно что-то было электрическое. Вы посмотрите, сколько здесь. Я просто не знаю, подключено это или не подключено. Но реально я туда идти очкую. Вон Угорёха уже пошел вниз. Сейчас я тоже спущусь за ним вниз. Гляну. Что там да как. Опечатано. Ну, опечатано-то опечатано. Слушай, опечатано. Вот, ну я с той стороны был уже. Да, ребят, если вы хотите видеть все эти видеоролики раньше, чем они выходят на Ютубе, то есть не полностью весь видеоролик, а то есть вот отрезки, да, вы можете видеть это в инстаграме моего отца, Монах Синема, все так же пишется. Ну, вот, я делаю мини-нарезочки и выкладываю все, то есть все, что там будет. Ну, вот, можете видеть, как, грубо говоря, трейлер, а потом полностью его просматривать. Поэтому подписывайтесь, ссылочка в описании. Во как! Слушай, тут задвижек вообще просто немерено каких-то. Ну вода, короче, вода почему-то сюда вот идет. И непонятно, откуда она идет. Видишь, вон течение есть. Угу. Видно прям. Какой глубины тоже непонятно. Да, здесь какие-то трубы были. Мощные причем. Ладненько, давай дальше пройдемся. Просто там еще один вход, короче. Я хотел по второму входу пройтись. Тут что-то киловатты. Ну, включать работают люди. Тут такой вот остров есть. Короче, если кто-то знает, для чего эти все строения нужны, мы вас очень просим, прокомментируйте это видео. О, ничего себе! Однако... Насосный. Какое-то аварийное освещение. Электрофер береговой. Я понял, что они здесь делают. Потому что мы же у воды находимся. А, так ты думаешь, затопило? Твою же мать! Как я испугался!
Слушай, ну не вижу, короче, куда это уходит. Нечестненько камера это. Вот это передаст потом. Ребят, вот, укажите. Слушай, а достань, пожалуйста, фонарь. Это, вот этот вот мой. Давай мы посмотрим. Нет. Их там два, один заряжен, а второй нет. И, может быть, мы сейчас пробьем эту воду. Прямо на самом дне, да? Ну, где-то да. Я могу что-то подержать, если тебе надо лишняя рука. Так. Надо попробовать это работать или какой? Он, да. Так. Да из-за масла ничего не пробивается. Слушай, ну там какие-то трубы, я смотрю, какие-то манометры. Видишь? Угу. Что-то отрезано, что-то запаяно. Вот тут тоже какой глубины, тоже не могу понять. Вон, ну, вижу, что на ступеньках вот раз, два, три, четыре, пять. Ну, шестую ступеньку еще видно, а дальше уже не видно, а перила вон еще дальше идут. Угу. Да, вон, походу, днище, потому что ящик стоит. Потому что это же не могла ты глубоко уйти. А, могла. Могла. Офигеть. Я же тебе поэтому и говорю, что тут какой-то трэш. Кабеля какие-то. И вот там тоже, видишь, вон это светильник, он из чего-то же торчит. Он что-то освещал. Вон там тоже, видишь, какие-то механизмы. Угу. Обалдеть. Часы висят. Часы? Однако. 8 утра, начало рабочей смены. А из документации тут что-то сохранилось, не знаешь? Вот, коллективный договор какой-то. Кодекс законов о труде. Да его бесполезно читать, его переписывают 500 раз. Так. Производственная инструкция. Береговая насосная станция. ТЭЦ ЗИЛ. ЗИЛ. ТЭЦ ЗИЛ. Ларионов. Главный инженер. Это в 2009 году было, представляешь? Угу. Во как. Во как. Вот тут, видишь, какие-то схемы, вот тут график. А тут вот еще есть схемочка. Не знаю чего. Категория производства Б. Класс помещения. Два что-то. Так, а я что-то так до конца-то и не проходил. Так, тут вот подстилка какая-то была. Затвор. Что-то при пуске. При остановке. О, слушай, тут еще какие-то документы есть. Тут много чего интересного можно надыбать.
журнал распоряжений по береговой насосной. И нет тут ничего. Ага. Однако. Вот так вот. Тут люди жили и не парились. Подписывайтесь на наш канал. Однако. Так, сейчас попробуем здесь пройтись и посмотреть. Здесь что-то было 100%. Все тоже что-то было. Так по всему периметру. А зданий тут ой как уйма. Я, к сожалению, не могу сказать, сможем ли мы туда пройти или нет, но мы постараемся. Только я вот что-то Тельфер не вижу. Где здесь Тельфер-то был? Видимо, был. А, вон отбойник есть. Значит, его уже срезали. Тельфер, то, что вот так вот видит, да. Это, наверное, о чем-то работало.